Привет, друзья. Мне там написали вопрос. Если у нас жара, вот я, говорит, в комнате, просто деваться некуда. Нет худа без добра. Поэтому вы выходите в нулевое состояние, подбирая действия, синхронные текущему моменту, в соответствии с уровнем вашего напряжения, подбираете действия, которые вам проще делать и хочется. Повторять, и вы их повторяете. Это может быть дрожательные действия, колебательные какие-то действия, шалтай-болтай, плавательные движения. Выбираете то, что вам подходит в моменте. Выходите на нулевое состояние безмятежности. В этом состоянии безмятежности мечтаете о том, что в этой жаре, что она вам полезна, что в этой жаре вы испытываете такие ощущения, которые бывают, когда вы, например, заняты любимым делом. Например, думаете, или едите мороженое, или едите шоколад несладкий, или едите какое-то яблоко, или танцуете. Мечтаете в этом состоянии безмятежности, соединяя эту жару в своей голове с этим ощущением приятным. В этом состоянии нуля системы мозга разблокированы, как в системе коробки передач автомобиля, нейтральное положение, и готовы к вашим командам, к перестройке в нейросетях. И поэтому потом, когда вы получаете какую-то жару, вам там неприятно, вам легче это переносить. Или, может быть, это не просто жара, а любая неприятная ситуация. Если вы помечтаете в нулевом состоянии о том, что вы хотите чувствовать в этот момент, у вас возникают новые связи между нейронами. До встречи, друзья. Теперь вам будет жить легче. Смотрите следующие ролики. Потрясающе.